Основными направлениями партнерства обозначены разработка и реализация совместных образовательных программ, организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий. Но не только. В рамках клиники мы будем говорить об этике, деонтологии, воспитании современного врача. Как это делать нужно, и это действительно нужно делать в тех условиях, когда хочется работать и хочется учиться. Потому что, конечно, красивая клиника, прекрасная база, это и мотивирует, и способствует развитию. Теперь в университете специалисты СМ-клиника смогут проходить обучение и повышать квалификацию, принимать участие в научных мероприятиях учебного заведения, получать аккредитацию в аккредитационно-симуляционном центре РИАСГМУ. Рязань – один из лучших вузов страны, и мы готовы с ним работать, и будем работать, и будем готовить кадры для нас и для всей страны. Рязанский медуниверситет широко известен в России и за рубежом благодаря его ученым и выпускникам, подготовленные в стенах университета специалисты работают сегодня во многих странах мира. Это сотрудничество клиники и вуза открывает перспективы для обеих сторон. Для нас сотрудничество с крупным холдингом, большой, сильной клиникой – это интересно. Это перспективно с точки зрения подготовки кадров, развития преподавателей университета, развития наших ординаторов, студентов. И, конечно, мы видим большие горизонты сотрудничества и в рамках практического здравоохранения, и в научном плане. Уверен, что у нас, в общем-то, все получится. Уже получается, и будет еще интереснее, лучше. И хотя де-факто сотрудничество идет уже давно, закрепленная де-юре дружба теперь позволит производить взаимный обмен знаниями и методической информацией, а также будет способствовать совершенствованию учебного процесса, установлению и развитию образовательного взаимодействия между Рязанским государственным медуниверситетом и холдингом СМ-клиника. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».